позитивного мышления Татьяны Салмановны Макту Сайфудин. Это я. Сейчас я вам покажу новые дизайны. Новые дизайны, которые я сделала в моей квартире. Смотрите, какая красота. Сделала новые дизайны. Передвинула мебель. Смотрите, как это я украсила. Украсила мой гранд-ресторанте. Гранд-ресторанте. Это моим зеркалом из моей коллекции. Вот такие вот дела. А так, в общем, навожу порядок. Помыла пол в моей квартире, протерла пыль, передвинула холодильник, вот, передвинула это зеркало. Ох, просто красота, правда? И здесь, сейчас я вам здесь тоже покажу. Здесь еще нужно, еще у меня в процессе. Сейчас я еще украшаю стол, еще украшаю. В комнате, тоже в комнату. Сейчас я здесь себя покажу крупным планом. Я подумала, что здесь нужно этим... Сейчас отодвину чуть-чуть. Какие-то новые. Очень красота. Еще нужно красиво выставить свет для моей студии позитивного мышления. Вот. В общем, смотрю, как здесь лучше еще свет выставить, чтобы это был украшенный бэкграунд, чтобы это красиво. Красивый свет и себя заснять, и чтобы красивый бэкграунд был. Вот такие вот дела. Сейчас я вам покажу в комнате. Сейчас я вам в комнате здесь покажу. Здесь у меня белье сушится. Белье. Сейчас я принесу. Здесь зеркало передвинула. Здесь передвинула зеркало. Но еще в процессе. У меня тут еще в процессе. Смотрите, какая красота. В общем, навожу красоту. Штучки, чтобы она не пыльная была.
красиво. Ну, в общем, красиво. Знаете, по фэншуй. Спящий на кровати, в общем, кровать не должна отражаться в зеркале. Поэтому, конечно, я его вот сюда вот поставила. Думаю, нужно как-то вот украсить. А потом думаю, если бэкграунд, в общем, чтобы как-то красиво. Вы поняли, да? В общем, переставила, передвинула сама. Сюда, в общем, передвинула это зеркало с моей коллекции. В общем, такие зеркала. В общем, коллекционер. Еще являюсь коллекционером. Так что вот. Ну, в общем, навожу порядок. Помыла полы, постирала постельное белье, застелила чистое на мою кровать. В общем, что? Ну да. Сейчас в этой комнате вам покажу. Перевесила картину. Картину, кстати, тоже надо будет притереть. Так, в общем, одежду. Ну, очень красиво. В общем, украшаю. Украшаю одежду. И, конечно, знаете, вот, нужно, как бы, стираю часть одежды. Поскольку я украшаю моей одеждой мою квартиру, эту одежду, ну, периодически, вы понимаете, да? Ее нужно, чтобы она не пылилась, ее стирать. Ее нужно, в общем, это... Ну да, чтобы не пылилась, знаете, ношу одежду, чтобы она не пылилась. В общем, да, чтобы она не скучала, чтобы эта одежда не скучала. Ну что, здесь я вам показала, показываю себя крупным планом. Сейчас покажу еще, может быть, надо будет такой этот цвет включить. Сейчас, включу я. В общем, занимаюсь дизайнами, такие новые дизайны. Красота, правда? Ну, я тоже говорю, что просто красота. Здесь у меня постельное белье. Здесь, конечно, нужно мне из этого постельное белье, полотенце мое сушится. А так нужно, конечно, вести мебель из моего Эллинга в Петергофе. В общем, здесь передвинула, это же мои эксклюзивные стулья передвинула. А, еще здесь эта красота. Вы засмотрели, здесь еще тоже красота такая, навожу здесь такую тоже красоту. Давайте посмотрим, если это сесть вот так вот, будет ли это вот как-то с этой стороны. Ну да, а здесь все равно часть, понимаете, часть зеркала. Хочется, чтобы очень красивый бэкграунд был, Получается, не совсем получается. Для видеосъемки, я подумала, не только, а, знаете, сделать для видеосъемки, чтобы красиво. Ну, и для себя, конечно, также для видеосъемки. «8 минут позитива» с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфуддин.